И еще из новостей дня. На западные штаты США надвигается экстремально жаркая погода. В некоторых районах температура может достичь 50 градусов, чего не было последние 100 лет. Пик жары придется на выходные. В воскресенье в аризонском Финиксе ожидается около 50 градусов. Столько же будет в Лас-Вегасе. Небывало высокие температуры ожидаются и дальше к северу в Неваде, Юте, Вайоминге и Айдахо. В знаменитой пустыне Долина Смерти в штате Калифорния будет 53 градуса по Цельсию, что всего на 3 градуса ниже температуры, зафиксированной в начале прошлого века. В городах уже открыты временные пункты охлаждения для пожилых и бездомных людей.